А ну стреляй, стреляй. Опа, голова, уши слезли. Челюсть. Оп, туловище. Блин, да вообще каждую секунду что-то слазит. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Васаби Скромник, Чебузаврик, Серега, Куёка, Тампончик, Рома, пацаны, поздоровайтесь. Привет, омлет. Всем привет. Пончик. Мы скачали крутой пак на NPC аниматроников, Final Nights 4. Если 5 кошки, приятного аппетита, а у нас какой аниматроник самый крутой? Погнали. Бунт Чика. О, кстати, очень хорошо. Кстати, Серега, обрати внимание, озвучка очень круто сделана, необычно. Так, сейчас мы просто немножко на нее посмотрим, а потом включим ее атаковать. Как музыка какая-то, когда идет, ты похожа, да, на музыку чем-то? Битые биты делают. Так. Это механизмы у нее шуродят, пердят. Во, убивает с одного раза, кстати, Серега. Ого, смотри, намного быстрее убила. На одной ноге? Ну такое, ребята, можно было бы немножко и побыстрее. Хорошо, хорошо. Ребята, обязательно досмотрите ролик до конца, потому что в конце я поставлю всех NPC, и мы будем против них воевать. Так, следующий у нас Фредбер. Ну, очень круто сделано, прям очень круто. Озвучка переделана, анимации переделаны, текстуры на высшем уровне. Ну давай, попадись ему, боишься? Я не боюсь, Дим. А чё, Чика жила, что ли? Да. А каким образом? Эй! Они меня притягивают к себе. Это Голден. Я убил Чику. Ой, не то поставил. Убил ее? Я Чику убил. Это убей Фредди. О, видели, у него слазит скелет. Еще жизни появились. Ой, офигенный пак. А ну стойте, не трогайте, не трогайте. Что будет дальше? Он не, он встанет, да. Он встанет, еще будет последний левел у него. Отойди, 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 отойдите от него. Ну-ка. Все. Вставай, ему по яйцам стреляй. Ладно, пусть лежит, друг оживет, как Чика. Блин, ну это крутой баг. Пока мне больше всех нравится этот баг из-за того, что они реально разлетаются аниматроники. Прото Спринг Фредди. Он может своего оживет? Было бы классно, да, если бы он бы, типа, делал так, чтобы он встал и пошел. Да. Ну, нормально так. Анимация такая, убийство необычное. О, смотрите, скелет слез. Он озверел. Да-да-да, злой стал. Жизнь пополняется какой-то момент у него. А ну, убивай. Так, прикольно сделано. Просто скелетом стал, это скелет обычный. Так, уже двое мы сложили. Ну, неплохо, неплохо, они слажутся, мне нравится. А успокойтесь, хлопцы. А мы на них обидели. Так, давайте следующий у нас. Прото Спринт Бонни. А, ну пусть он меня убьет. Как он убивает, мне интересно. Блин, у него глаза такие страшные. На жопу укусил. А, знаете, хочу что проверить. Будет звук слышно ходьбы его на всю карту? Не, не слышно, только в притирку, не как все аниматроники. Так, голова слезла. Чебузаврик молодец. Короче, у них у всех есть анимация облазывания шкуры. О, смотри, он сел, Дима. Он сел. Он по-другому, да. Он просто умер. А прикинь, он встанет сейчас. А, ну, вроде бы нет, не хочет. Ну, смотри, чем прикол, что они не исчезают. Ну, пусть будут. Так, жизни пока мисс у них маловато, да, я заметил? Рипер Балун Бой. Воу, смотрите. Анимация. Замочил. А ну пусть меня убьет. Классно сделано. Ого, Дима летает. Необычно для аниматроника. Мне нравится, Серега, что мы добавили худ, и мы теперь видим, у кого сколько жизней. У него шарик в руках появился. Он и был вроде. А, был? Все равно вроде быстрее ставлет. Да, 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 да. Дурака дурят его. Что? Шар R2.
Да что ж такое, ты смотри, что делает. Убивай. Ну да, потихоньку давайте посмотрим, будет у него облазить скелет или нет. Он умер. А, он сразу умер. Слабак. Рипер Голден Фредди. Ух ты! Ё-моё. Ты видел, как он убивает прыжком? А ну, Серега. Он летает, Дима. Они все как-то летают. Понимашка классная. Так, пошел, пошел, пошел. А, ну-ка, дробашом в живот. У него жизни больше, чем у тех. Да, побольше жизни. Намного. Ой, красиво попал. Ай. Но не облазит. Да, он просто дамажит нас и все. А нет, вот смотри, что-то произошло. Жизни пополнились у него заново. У него стадия поменялась, Дима. Да хорош, вы чего, психопады? Дима, извини, обстоятельства. Понимаешь, я хотел это. Я рахит, я понял. Ой, извиняюсь, обстоятельства. Опять третья стадия? Так это босс, Серега. Ну что, осталось чуть-чуть. Еще одна стадия. Четвертая уже. Так, надо оружие посерьезнее брать. Может, гранатомет уже? Скарп. Не, осталось чуть-чуть. Еще одна стадия. А у него ничего, да, не меняется? Он такой, как был, такой и есть. Нет, у меня каркас другой сломался. Да? У меня каркас другой сломался. Он более сломанный. Что, два разницы? Сейчас еще разок, если нет, тогда все. Так, этот не пойдет, во. Нифига себе, у него жизни все больше и больше. Такое ощущение, что медленнее кончается. Да, Серега, давай минским пистолетом. Все. Так, или петухом каким-то там хочешь проверить. Бум. Он бессмертный, Серега. Он бессмертный? Есть идея. Сейчас. Призган. А если взять, допустим, не тот фризган, сейчас я другой войну. Ладно, Серега. Он не убивается, бессмертный. Это реально правда. Хорошо, давайте следующего. Блин, жестко мы его валили. Рипер Пупет. О, прикольно. Звук такой, щупалец. Ах ты, осьминог. Осьминоги, Миха. Че, давайте помочь им ее. Бузаврик, извини, это были не обстоятельства. Ох ты, это джавелинка была? Да, это я ее. Ой, хорош. Обстоятельства. О, бензопилы пошли. Ребята, добавили в коллекцию оружие новое. Сразу его используем. Убили эту штуку или нет? Да. Молодцы. Хорош. Так, Рипер Спринг Бонни. Ох, побежал. Ё-моё, это что за дамаг? А ну пусть убьет меня. Так, у них скримеров нету. Они просто вот так вот дамажат, притягивают к себе и все. Так, надо что-то из оружия взять помощнее. О, гори огнем, падла. О, когда он в огне ходит, дамажится. Интересно, он бессмертный или смертный? О, кто-то открыл огонь жестко. Убили, молодцы. Красавчик, Серега. Так, а те скелеты исчезли, да? До сих пор лежат, смотри. Блин, круто сделано. Спринт Бонни. А ну пусть меня убьет.
Ну, кстати, тоже перчатки, как у этого, самого первого анимешника. Так, в него можно вселиться, да, насколько я знаю? Ну-ка. О! Ребята, если ролик наберет 3000 лайков, мы снимем что-нибудь очень крутое с ними. Даже, может, аниматроники пугают охранника. Да, с этим паком можно и снять. Обстоятельства. А ну, стреляй, стреляй! Опа, голова, уши слезли. Челюсть. Оп, туловище. Блин, да вообще каждую секунду что-то слазит. Это скелет обычный стал. Все. Ребята, поставил всех по одному, поэтому, как и обещали, в конце эпичная битва всех аниматроников. 3, 2, 1. Погнали. Надо тоже взять оружие, что-нибудь такое интересное. Со снайперки погасить их. Ох, сразу выносит две или сколько жизней? Неплохо, неплохо, но этого мало. Во-ой-ой-ой-ой, я нашел оружие, которое их будет мочить. Одни осколки разлетаются. Пацаны, как всегда, гасят жестко. Разваливаем, не дойдет. Сразу сложил. Ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Можно зайти, записать, пообщаться и поугарать. Успокойся, успокойся, псих. Я его сейчас замочу, как дурачок бегает. Я тебя замочу. Есть. Есть. Ох ты, блин, притянул к себе. А это разве честно? Нет. А, я понял. Так, что у нас еще есть? Вот такое вот оружие есть. Остался бессмертный, да? Его нельзя убить. Серега, может попробовать ядерной бомбой его взорвать? Сейчас. Так ты смотри, убивает, подлец. Два раза мне не надо повторять. Так, я пока выключил его, чтобы он нас не убивал. Сейчас прилетит ему подарочек. Давай. Царь всех царей. Ну что, ребята, тест на мощность против ядерной бомбы. Не, его такое не берет. Бессмертный, самый настоящий бессмертный аниматроник. Бессмертный? Бессмертный, ничего, так, Серега, тогда, никак. Знаешь, тогда Гринвич, где Гринвич был? О, я давай, Entity, давай Гринвич, сейчас, я знаю. Сейчас будет. Дима, потерпи чуть-чуть. Я терплю. СЦ-1000. Давай, я улетаю. Успею, не успею. Летят, Дима, беги, просто лети. Убежал. Уходим. Ничего не видно, но очень интересно. Ой, нет, я не выжил. Я в бункер. Да, я тоже не выжил. Я выжил, Дим, я выжил. Он живой, Серега. Да. Да ну. У него много стадий. У меня есть идея, какая пушка может его убить. Какая? Сейчас. Она у тебя, я надеюсь, осталась. Я надеюсь на это. Нет. Стойте. Сколько уж у него стадий? Не стреляй. Не стреляю. О, нет, что она делает? Нет. Она замораживать, по идее, должна. Нет, Серега, не замораживает. Ладно, есть. А вот айфризган. Не. Не, не хочет. Кувырков действует. Не брать обычных, а он какой-то без. Короче, этот аниматроник. Этот аниматроник больше всех мне нравится, потому что он бессмертный. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики. Еще. Это сейчас.